Дальше эти нанороботы смогут считывать информацию, которая происходит, и передавать ее. Вот. Ну, на самом деле, хитростей немного. Вот. И дальше, если мы передаем в облако всю информацию, во-первых, что у вас в организме происходит, там есть большая дата, условно говоря, какой-нибудь IBM Watson, вот, который считает, ваши все параметры вашего тела и соотносит их со всеми данными медицины о том, что эти параметры могут значить. И, соответственно, вам же внутрь, условному блютузу, передают этим нанороботам информацию по поводу того, как им себя вести внутри вашего организма, чтобы вы лучше жили.